Ага. Так, играем в выживание. Выиграем выживание, и нужно тут мне собрать, получается, арбузики. Так, хорошо. Так, а как нам арбуз собрать, чтобы он собрался у нас арбузом? Может, мне надо использовать какую-нибудь лопату или кирку? Или он так не собирается? Эх, мне нужно будет где-то жить. Наверное, может быть, здесь. Ну, для начала мне нужно собрать дерево. Так, а дерева у меня нет. Хорошо. У меня даже нету досок. А давайте здесь вот эти вот всякие инструменты поставим. Стол картографа. А, ну все, мне больше ничего не нужно. Идем собирать дерево. Вот оно у нас дерево. Нам нужно сделать и первые инструменты какие-нибудь. Так, берем. Дерево нам нужно понадобится много. Надо будет сделать топор. Во-первых, сделать кирку. Сделать стол. Я сразу пойду сюда. Так, и будем добывать немножечко. Надо будет камня добыть. Вот, я думаю, здесь вот неплохое место. Для начала делаем. Собираем верстак. Потом делаем палочки. Сделали. Потом делаем мы первый кирку деревянную. Все. Потом собираем мы, естественно, булыжник. Камень. Нам нужно собрать по меньшей мере 3 штуки, чтобы сделать себе уже нормальную кирку. Ах, нифига, у меня булыжника было, оказывается, очень много. А что-то я не заметил сразу. Топор делаем. Делаем лопатку. Лопата пригодится. Все. Собираем еще дальше инструменты. И мне нужно... Вообще мне нужно железо. Слушай. Точняк. Так, а железо у нас где-нибудь будет вообще или нет? Я не знаю, конечно. Найдем, надо не пещеру найти. Слушай, точно, 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 точно. Где же тут пещера? Слушай. Есть ли здесь пещера? Что-нибудь похожее на пещеру? Так, а что у нас там впереди? Непонятно. Так, сейчас поищем здесь. Типа пещеры что-нибудь. Во, вот и пещера есть. Ну, ничего здесь нету. Здесь кромешная тьма. А тут что? Зомби? Зомби, и я вижу крипер. Может, он взорвется? О, да, взрывается, дружище. Так, ну ё-моё, взрывайся нормально. О! Убил он кого-нибудь там, нет? Здесь где-то... Ой, я ничего не вижу. Ладно, уходим отсюда. Я себя что-то видел, а я ничего не вижу. Мне нужно уголь. Вот, вижу уголь. Хорошо. Сейчас мы уголек-то и возьмем. Сделаем факела. Ой, один уголек здесь был. Это мало. Это очень мало. Да. Шахта ни о чем. И уже ночь у нас собирается. Надо будет в деревню бежать. А мне нужно сделать ножницы, чтобы кровать себе смастерить. Чтобы спать по ночам. Так, а здесь у нас снег. Снежный биом. О, уголек. Это хорошо. О, сколько здесь угля много. Нифига себе. Сейчас я сделаю факела. Палочки у меня должны быть, были быть. Что-то я палочек не вижу. Ага. Так, не то я делаю. Не то совершенно, что мне нужно. Все. Спасибо. Факела есть. Так, яйцо призыва пилигрима. О, а он еще добрый или злой? Ты добрый или злой? А, ты злой! Блин, было яйцо этого... Какого-то существа, а он, смотри, какой агрится, агрится, агрится. Иди отсюда, ва. Ого! Что-то он превратился в какого-то... Ой, надо убегать. Надо убегать, короче, фигня. Фигня. А где у меня арбузы? У меня арбузы были. Так, он за мной бежит? А, я не знаю, бежит он за мной или нет.
Да, бежит. Быстренько кушаем. Кушаем, кушаем. И нападаем на него. На. Все, сдох. Отлично. Мне нужно быстренько подкрепиться на максималочку. Давайте здесь поставим факелок. О, освещение какое. Замечательное стало. Хорош, хорош. Так, а у нас мы продолжаем искать, ребята, с вами. Железо. Железо надо найти. Господи, боже мой. Здесь ничего нету совершенно. Ох ты. А где же где-то, ребята, есть еще деревня? Интересно, где она? Где-то была деревушечка. Сейчас посмотрим. Либо я домой сейчас быстренько сбегаю, слушай. Деревня в другой стороне, слушай, точно. Ладно, бежим домой быстрее. Сейчас надо будет кровать найти, поспать. И пойдем в деревню, посмотрим, что там есть в деревне. Так, скелет вижу, ладно. Не будем туда бежать, до скелета. Мне нужно просто переночевать ночь. О, крипер, давайте закроем. Закроем тут все. Оп ты! Кто-то в меня стрелял, а? Кто-то уже стрелял, ребята. Так, тут жители спят. Слушай, как-то странно, они спят. Почему-то сверху. Ладно. Давайте про этот самый сделаем здесь ход. Там кровать у меня наверху есть. Белая шерсть есть. Потом есть у нас гранит есть. Есть еще гравий. Железная руда у меня, оказывается, была. Булыжник есть. А, слушай, у меня... Я сюда не поставил, да? Ничего интересного. Да, к сожалению, у меня здесь верстака нету. А дерево есть? Может быть, сделаем верстак? Так, доски один, доски, дубовые доски два. Эх, ладно, сделаем по-другому. Попробуем сейчас сюда залезть наверх. Ну, а что делаешь? Что поделаешь? Нам нужно ночь переспать. Блин, а где кровать? Вонючий случай, она на другом месте была, кровать. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы это все уберем. Так. Надо было в другой домик идти. Так, кровать занята. Давайте уберем кровать. Поставим в другое место и резко ляжем на нее. Поспим. Да. Ты чё ходишь на улицу, дурачок? Там же всякие мобы. Зомбики. Оба-на. Смотри, кто у нас, дружище. Иди, иди сюда. А, он меня убил? Офигеть, давайте сейчас соберем это все дело. Ах ты, гад, взорвался. Смотри, вот это я не люблю, когда вот эти вот все взрываются. Чудики. Ну смотри, он что сделал. Он просто мне все тут разворотил. Нет, ну не гад, а. Давайте все гранитом подправим. Так, это что, андезит? У меня материалов мало, вообще, булыжник есть. Это все мы сейчас уберем. Красиво. Криперов я и не люблю за это. Что они все взрывают. Так, забор есть. Ага, не хватает у нас. Ну, конечно, не хватает. Так, крипер, иди нафиг отсюда. Так, все, идем в деревню. Иду в деревню. Иду в деревню. Отвали. Где-то там деревня. А, вот она, деревня, вижу уже. Ах ты, зомбики, смотри, за мной бегут. Стреляют. Все, никого нету больше. Вот деревня моя спасительная. Сейчас посмотрим, что здесь в этой деревне есть. Так, пчелы вижу. О, какой-то домик. Все. Здесь я буду спать. Вот такой вот домик у нас. Ну что ж, продолжение будет у нас в следующем ролике, где мы будем смотреть эту, ребятушки, деревню. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.